Живописное, любимое многими жителями Мордовии место. Озеру Инерка присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения еще в 1974 году. Этот памятник природы имеет большое научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение. Главная задача сегодня – сохранить этот уникальный объект. Именно на это направлено положение правительства Мордовии, которое утвердили 13 июля. В нем внесена конкретика по правилам посещения и запретам, введен режим особой охраны озера. К основным запретам на памятник природы относится это, естественно, уничтожение либо изъятие из естественной природной среды животных, растений. Вот. Запрещены все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности объектов животного мира. Запрещены добыча и вылов водных биологических ресурсов всеми способами, за исключением любительского рыболовства, поплавочной удочкой, спиннингом, удочкой для зимней рыбалки под ледным ловом. Также рыболовство в научно-исследовательских целях тоже допустимо. Кроме того, на Инерке запрещено проводить геолого-разведочные работы, искать и добывать полезные ископаемые. Также нельзя использовать водные транспортные средства с двигателями. А вот на маломерных судах плавать можно. Купание тоже разрешено. Разрешается свободное купание с учетом соблюдения особого режима использования. Режим, который определен настоящим положением об особо охраняемой природной территории. За нарушение режима особой охраны предусмотрена ответственность, причем как административная, так и уголовная. Согласно действующему законодательству, а именно статьей 839 Кодекса административных правонарушений, за нарушение режима использования памятника природы предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа на граждан от 3000 рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения. Кроме того, предусмотрена уголовным кодексом уголовная ответственность, предусматривающая штраф до 200 тысяч рублей. Инерка по-прежнему рада гостям, а новый режим поможет максимально сохранить и сберечь богатство жемчужины Мордовии. Юлия Мамаева, Дарья Боронина, Дмитрий Малахов. Народные новости.